Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Цунами 3D. Чудовищное цунами обрушивается на курортный город. Из морских глубин на затопленные улицы вырываются голодные и жаждущие крови акулы. Начинается охота. Оказавшись в ловушке стихии, чудом уцелевшие люди пытаются выжить. Сможет ли Джош спасти жизнь девушки, которую он всегда любил, но однажды уже потерял? Сердце моря. В 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек на борту отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Осенью 1820-го успешная на протяжении полутора лет охота была прервана атакой гигантского кашалота на судно, в результате чего морякам пришлось пересесть в шлюпки. В течение трех с лишним месяцев они боролись за выживание посреди океана. Бобры-зомби. Выходные, запланированные молодежью для развлечений на берегу озера и в расположенном на берегу уютном домике, оборачиваются битвой с нападающими на них бобрами-зомби. Рейд 2 2014 года. Из трех полицейских, выбравшихся из кровавого ада первой части, в живых остается только офицер Рама. Уволившись из спецназа, он пробует начать жизнь заново, но вскоре прошлое жестко напоминает о себе. Преступники убивают его брата. Чтобы отомстить, он внедряется в мощный криминальный синдикат, где быстро поднимается до самых вершин бандитской иерархии. Врагов здесь еще больше, и каждый неверный шаг может оказаться последним. Здесь нет ни близких, ни друзей. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Хроники Шаннары. События сериала происходят в далеком будущем. Войны разделили Северную Америку на четыре части. На какой-то из них обитают эльфы, на иной – люди, на третьей – тролли, а на четвертой – дворфы.
Основными персонажами сериала окажутся отпрыски древнего рода эльфов – Шанара. Именно от них будет зависеть будущая судьба планеты. Поезд Пусан. У маленькой Суан день рождения. Девочка живет с отцом в Сеуле и очень хочется отправиться к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное, и на страну обрушивается загадочный вирус. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!